Когда же два, лоцман Надежды Юрьевна Пирогова, другие родители, которые работают, готовятся к утешительной встрече весовой категории 24 февраля, Валерий Светлан Блок, генерального округа, Осман, На татами 3 повторно приглашаем Калаева Марию Северокавказскую федеральную округ. Просьба болельщиков перейти на трибуну. Татами 1. Приготовиться Румянцева Надежда, Приволжский федеральный округ, Фоткина Алина, Уральский федеральный округ. Победу одержала Полякова Яна, Уральский федеральный округ. На татами приглашаются Румянцева Надежда, Приволжский федеральный округ, и Фоткина Алина, Уральский федеральный округ. Победу одержала Фоткина Алина, Уральский федеральный округ. На татами 3. Муртазалий Джамазан, Северокавказский федеральный округ, Микоид Беслан, Нурный федеральный округ. На татами 1 победил Абдулкадиров Магомед, Северокавказский федеральный округ. На татами 1 приглашается Арданов Заур, Южный федеральный округ, Мирзоев Рустам, Южный федеральный округ. Готовится Шевацуков, Южный федеральный округ, Кушков, Северокавказский федеральный округ. На татами 3
Повторно приглашаются спортсмен весовой категории до 73 килограммов. Муртазалиев Рамазан, Северо-Кавказский федеральный округ. Катание 2, победа держала Рубия Алина, Северо-Кавказский федеральный округ.